Дотационные программы муниципалитетов, ключевая статья расходов бюджета. Свыше 500 миллионов рублей из казны республики в этом году направили «АллатРю». Благоустройство, ремонт дорог, развитие образования среди приоритетов. Как реализуются городские проекты, сегодня проинспектировал глава республики. Эта дорога в частном секторе АллатРя в капитальном ремонте нуждалась давно. Годами водителям приходилось объезжать ямы. Не каждая машина могла преодолеть такой тернистый путь. Проблема местных автомобилистов была решена в рамках национального проекта. Обновили не только проезжую часть, но и тротуары. Лаборатория подтвердила качество асфальта, что соответствует. Все подтвердило. В этом году за счет бюджета республики построили и новую дорогу, которая свяжет город с индустриальным парком. В АллатРе продолжают создавать комфортную городскую среду. Во дворе дома по улице Березовая в этом году оборудовали игровую площадку на радость детворе. Михаил Игнатьев отметил, что многомиллионные суммы в бюджете закладывают и на проекты, основанных на местных инициативах. Но инициативный бюджет не по республике в этом году более 600 проектов реализованы. А мы с бюджета деньги выделяли и будем выделять, будем оказывать содействие. Вот это красота, это благо для себя, для жителей самих многоквартирных домов. Но из окон машин открываются и неприглядные виды, например, на эти бараки. Глава региона поручил снести бесхозные постройки до конца этого года. Это, конечно, не просто. Они говорят, это мое, это моя собственность и все остальное. Разговоры там бесконечные. Но когда не вычистите все это дело, и слева надо вычистить, и справа надо вычистить, тогда уже чистили. Еще одна проблема – нехватка парковочных мест. Жителям приходится оставлять машины, где попало, и у детских площадок, и на газоне. Михаил Игнатьев поручил пойти по пути столицы республики и создать во дворах экостоянки. Через собрание депутатов надо принять. Вот правила игры. Вот как должна выглядеть дворовая территория. Свои наболевшие вопросы главе региона задавали и местные жители. На контроле каждая просьба. По Чувашии у нас, значит, это самый дорогой газ. Горячая вода на 166 рублей. Все услуги в сфере ЖКХ, они регулируемые. Городские власти представляют расчеты. Они на сегодняшний день для населения коммерческим не являются. Это однозначно. И сегодня же глава региона встретился с епископом Феодором. В АллатРе продолжает развиваться паломнический туризм. Задача местных властей – создавать комфортную среду для горожан и тех, кто приезжает сюда отдохнуть от суеты мегаполисов. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика.